Друзья, сегодня у меня на столе замечательная посуда от немецкой компании Artina SKS, а именно вот такой вот рог, сделанный из пищевого олова. В общем-то, два варианта его размещения. Это или подвешивание вот за такой вот сыромятный ремешок, или есть вот такая вот деревянная подставка, где-то на горизонтальной поверхности может он стоять вот в таком вот виде, собственно, как он у меня на столе находится. Значит, вот такая вот упаковка идет изначально, заводская, такой вот, вот такая вот коробка, достаточно презентабельная. Вот, сам рог я покажу вам, постараюсь во всех деталях его, со всех сторон. Фотография — это хорошо, но вот такое вот видео, наверное, получше и побольше даст о нем представление. Вот, значит, олово как материал уже достаточно давно используется в качестве материала для изготовления посуды, качественной посуды. Вот. Конечно, материал слегка капризный, не рекомендуется мыть в посудомоечных машинах, использовать какие-то абразивные или агрессивные моющие средства. Достаточно просто теплой мыльной воды и мягкой шерстяной ткани, чтобы привести в порядок вашу оловянную посуду. Значит, этот рог сделан на охотничью тематику, в общем-то, все об этом говорит. Такие вот барельефы, очень тонкая работа. Надо сказать, что мастера компании Artina SKS уже 40 лет занимаются производством посуды из олова. Многие из них потомственные мастера. Значит, используют самое чистое пищевое олово, без вкуса, без запаха, 95-процентное. Вот, значит, ну вот многие изделия этой компании посвящены охоте. Вот именно этот рог тоже. Замечательный подарок будет человеку, который занимается охотой, для которого охота — это хобби, для которого охота — это может быть смысл жизни. Ну, я думаю, что вот в качестве такого сувенира в охотничьем домике или в охотничьей комнате очень даже будет замечательно. Ну и в качестве подарка такому человеку, конечно, он будет очень доволен. Спасибо.